А у нас в гостях Павел Мамонов, представитель IT-компании foodmarkets.ru. И сейчас Павел расскажет о своем продукте. Добрый день. Хотелось бы передать привет нашим пользователям. На данный момент у нас их более 200 тысяч. Хотел бы напомнить о нашей миссии и цели вообще нашего проекта для тех, кто забыл, по каким-то причинам ушел от нас, и новичкам, кто пришел от нас. На данный момент мы собираем полную базу оптово-дистрибьюторских компаний, актуализируем ее. На данный момент в нашем каталоге 15 тысяч оптово-дистрибьюторских компаний. К каждой компании есть комментарий, телефон и мнение наших пользователей. Каждый наш пользователь может написать что-то о компании, отзыв о компании, сколько с компанией можно работать, сколько нельзя работать. Сейчас мы актуализируем базу и просим наших пользователей присылать нам свои актуальные базы, которые мы заливаем в свою базу и возвращаем нашим пользователям еще большую базу. Павел, а вот вы рассказали про количество пользователей, а что дает ваша платформа? Мы помогаем производителям найти себе каналы сбыта. Мы помогаем производителям найти себе дистрибьюторов, найти контакты торговых сетей, найти нужного человека в какой-либо компании, будь то Хорика, будь то e-commerce, будь то магазины при АЗС. Ух ты, это очень полезная платформа. Ребят, заходите в foodmarkets.ru. Павел, а также, как... какое у вас впечатление о выставке World Food 2019 и что вы успели сделать за время проведения этой выставки? Новая площадка, мне очень нравится, больше мест, вообще что-то новое, поскольку люди уже устают от одного места, которое десятками лет в одном и том же месте проходит, когда стенды стоят на одних и тех же местах годами, одни и те же стенды с одними и теми же костюмами, с одной и той же тематикой. Нужно, конечно, все это менять и как-то встряхивать людей. Павел, спасибо огромное, всего доброго.